Всем привет, меня зовут Юлиана Караулова, и сегодня я вам расскажу и покажу, что лежит в моей сумке. Тут будет много всего. Начнем, наверное, с очков. Это одни из моих самых любимых, хотя у меня очень много их в коллекции разных. Но последнее время вот я прям обожаю эту форму. Дальше, всегда ношу с собой патчи, потому что часто, когда еду на съемки, у меня есть время, в машине с утра я их применяю, собственно, на лицо. Дальше, пройдемся по косметике. Это корректор локальный для лица фирмы NARS. Вот так вот он выглядит. Если честно, я перепробовала огромное количество корректоров. Это мой самый любимый. У него какая-то потрясающая текстура. Есть еще вот такой корректор фирмы Herbarian. Называется Touch Pen. Он более такой прозрачный. Консилер. Его можно наносить под глаза. Он такой совсем легенький. Духи. Вот такой вот удобный формат, чтобы носить с собой. Вообще очень люблю этот бренд. Называется Atelier Cologne. Это французская марка селективной парфюмерии. Мандарин – самая веселая часть, наверное, содержимого моей сумки. Очень удобно, в принципе, носить с собой какую-то, не то чтобы даже еду, а что-то, чем можно перекусить, потому что не всегда получается пообедать или позавтракать. Телефон вот зажегся, напомнил мне о себе. Ну, ничего необычного. Обычный iPhone. Как правило, ношу с собой свой диск, потому что, опять же, на съемках или на каких-то выступлениях часто просят подарить альбом. У меня есть матирующие салфетки вот в таком вот необычном формате. Вот так вот это происходит и отрывается ровно столько, сколько вам нужно. Продолжаем досмотр с пристрастием. Масло для кутикулы, для ногтей. Очень удобно. Кстати, это настоящий секрет вечно идеального маникюра. Если вы будете пользоваться каждый день просто питательным увлажняющим маслом, то маникюр всегда будет выглядеть очень свежим. Паспорт гражданина Российской Федерации. Многие спрашивают, действительно меня зовут Юлианна или это псевдоним? Меня действительно зовут Юлиан, это не псевдоним, это фантазия родителей. Спасибо, папа, мама, за такое необычное имя. Салфетки, влажные очищающие салфетки фирмы Amway. Очень классные, удаляют пятна. Бальзам для губ известного всем бренда Carmex американского. У меня, как правило, обветренные губы, и, наверное, не потому что я много целуюсь, к сожалению, а потому что я много разговариваю на улице по телефону или с кем-то, поэтому всегда ношу с собой, чтобы увлажнять губы. И, в принципе, вместо помады, которой я очень редко пользуюсь, как правило, только на концертах или на съемках, я наношу просто бальзам для губ. Крем для рук. Вообще тоже спасительная вещь, потому что руки постоянно сохнут. Вот, кстати, сейчас тоже. Очень удобный такой мини-формат. Честно признаюсь, украденный из дорожного набора из самолета. Кисточка для макияжа, вот такая вот маленькая, удобно носить с собой, того же корейского бренда Herbarian, что и вот этот вот корректор Touch Pen, про который я рассказывала. Кстати, тоже корейская косметика, очень классная, не только декоративная, но и уходовая. Пользуюсь ими, очень люблю, они всегда очень приятно пахнут, у них такие классные текстуры, и, ну, в принципе, они мне очень подходят, я их люблю, горячо. Вот. Кисточку использую для того, чтобы наносить корректор, если вдруг руки грязные, нужно поправить макияж. Расческа для волос, вот такая вот обычная, фирмы Goldwell. Но, кстати, очень удобная, ей можно и сделать пробор, и просто начесаться. Вот здесь вот у меня лежат карточки. Я, честно говоря, несмотря на то, что, как мне всегда казалось, достаточно такой современный человек, так и не перешла на историю с приложениями. Потому что я знаю, что есть приложения, в которых можно хранить все эти карточки, чтобы их не таскать с собой. Вот, дальше. Ну, здесь, я думаю, не нужно объяснять, что это такое. Все знают, на всякий случай, если нужно освежить дыхание или, опять же, хочется утолить чувство голода, то, в принципе, это верный спаситель.
говорят, всего 2 калории, но мне кажется, что побольше. Но я, честно говоря, предпочитаю об этом не думать. Дальше. Зарядное устройство для телефона, вот такое вот с динозаврами, которое выдает во мне ребенка, который всегда живет у меня в душе. И, наконец, кошелек, или, как сейчас говорят, карт-холдер. Здесь карты банковские, которыми я пользуюсь. Кэша, как видите, нету. Мне кажется, сейчас мало у кого, в принципе, есть с собой кэш, и поговаривают, что через пару лет он вообще будет особенно ценным, потому что все в основном сейчас расплачиваются картами. Мне кажется, я рассказала и показала все, все, что было, по крайней мере, в моей сумке. Сейчас на всякий случай проверю. А, ну вот, резинка для волос. Тоже немаловажная вещь, потому что иногда бывает, что нужно убрать, спрятать волосы, а не получается, и это начинает очень сильно раздражать. Поэтому на всякий случай у меня в каждой сумке валяется по резинке для волос. Все. Театр. С молоком. Зависит от времени года, но, скорее всего, за рубежом. Пешком. Дома. Собаки. На губы.